Друзья, и продолжаем напоминать вам о некоторых правилах поведения, которые были написаны в книге по домоводству. Женщина имеет право в учтивой форме выразить неудовольствие по поводу несоблюдения мужчиной положенного расстояния в 3 сантиметра и потребовать объяснения в учтивой форме без применения силы. Девушки до 16 и мужчины до 18 лет в участие в медленных танцах не допускаются. Курить и смеяться следует в специально отведенных для этого местах. Помните об этом, друзья. Если вы захотите посмеяться здесь, то нужно отойти немножко дальше. А наш танцевальный вечер продолжается. Для вас звучит «Славутянка». Шикарный танец. Спасибо вам.